вот это характер. Да, вот таким характером нужно... Он не зубцами конька цеплялся в лед, а просто, по-моему, своими зубами в него впивался и держался. И ну, молодец, он отстоял это серебро. Браво, Саша Самарин. Ну, а теперь немцы. Давайте посмотрим. Шари Кох и Кристиан Нюхтерн. Одна из очень любимых тем в спортивных танцах на льду Нотр-Дам-де-Пари. C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps un jour telle. Un oiseau qui tend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quel est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Ô Lucifer, ô laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Когда-то, в 2004 году, это было последний успех немецкой танцевальной пары Кати Винклер, Рене Лозе, стали бронзовыми призерами чемпионата мира.